Кронштадт, Морской собор. Окружен красивым парком, аллейки, посыпанные гравием, лавочки. Сегодня будний день, народу очень мало. Вот центральная аллейка. Ну, центральная не назовешь, скорее всего, боковая. И перед собором памятник Федору Ушакову. Вообще собор, конечно, колоссальный. Просто громадный. Центральный вход вот с той стороны. Площадь перед центральным входом облицована брусчаткой и вот украшена таким стилизованным якорем. Не знаю, видно будет вам или нет. А вот центральный вход. Так как это все-таки церковь, то снимать, я думаю, там не разрешат. Хотя посмотрим. Сейчас зайдем и посмотрим.